Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем играть в Totally Red Battle Simulator. Я вам, ребята, сегодня решил показать очень крутую связку юнитов, с помощью которой реально можно просто все что угодно уничтожить, просто, ребята, любую армию разорвать. Посмотрите, у нас, ребята, какая огромная синяя армия крестоносцев есть, и, ребята, против этой армии будет всего сражаться один вот такой вот чувак с булавами. Да, ребята, это Мэй Спиннер, это секретный юнит, но он, вы знаете, не такой уж и сильный. Где-то он приблизительно один против трех или четверых противников может справиться, против пятерых уже вряд ли. Но, ребят, вы, наверное, спросите, а как же он, собственно, победит такую армию? А дело в том, что, друзья, недавно совсем, буквально, ребят, вчера, вышло в Тапсе новое обновление. Вы знаете, я уже выпускал про это ролик. Добавили новую фракцию, династия. Ну и, ребята, теперь в секретных юнитах у нас есть такой очень крутой юнит, называется Cheerleader. Это, короче, ребят, такая бабеха, которая танцует, поет и что-то там орет, и, короче, воодушевляет любых, получается, юнитов, и они, ребята, становятся сильнее, быстрее, скорострельнее, ну и так далее. У них повышается урон, ХП, ну, короче, вы поняли. А если, ребят, поставить их очень-очень много, они, ребята, будут просто огромнейший буст давать на любого юнита. То есть, например, ребята, лучник раньше стрелял по одной стреле, теперь он будет стрелу за стрелой выпускать. Мечник раньше один раз махнул мечом и устал уже, а после, ребят, вот этих вот бабех, он будет этими просто мечами там махать, просто ребят, налево и направо. А этот, в принципе, чувачок, Мэй Спиннер, очень, ребят, мощный сам по себе. А представьте, ребята, если его еще будут и воодушевлять вот эти вот бабехи. Давайте, друзья, посмотрим, что из этого получится. Сразу говорю, будет самая настоящая торнадо. Да, ребята. Кстати, пишите в комментариях, кто победит. Один чувак с булавами или огромная армия крестоносцев. Прям так, друзья, пишите в комментариях. Старт, поехали. Так, ребят, смотрите, что сейчас просто будет. Да, ребята, начинается просто торнадо. Офигеть! Ё-моё, друзья, что за жесть? Вы только на это посмотрите. Сколько их там? Вы понимаете, насколько, ребят, он быстро крутится, что он просто создал самое настоящее торнадо? Офигеть! Главное, друзья, чтобы наших вот этих вот чирлидеров не поперебивали, да, бабёх. Тогда, в принципе, ребят, он так может просто до бесконечности крутиться. И он, грубо говоря, ребят, просто неуязвим. Ё-моё, что он просто, ребят, творит? Охренеть, реально, я, ребят, немножко в шоке, когда это увидел. Вы это, ребят, просто наблюдаете? Все, мы, ребят, победили. Нет, кстати, нет. Ребята, он проиграл. Вы серьезно? Блин. А я вот, ребят, только что до съемки этой серии это все тестировал, да, как это все работает. И он меня, ребята, победил. Ну, короче, опять же, рандом. Давайте сейчас еще разочек сыграем. Только я хочу выяснить, а кто, собственно, выжил? Кто его смог убить? А, вот, ребят, вот чувачок. Я не знаю, как он это сделал, но он, ребят, видимо, самый последний остался и смог его убить. Этот вроде мертвый, этот вроде тоже. Вот эти под вопросом. Давайте, друзья, еще разочек. Или можно, знаете, что будет? Их несколько поставить. Ну, давайте сначала снова один, получается, Мэй Спиннер против огромной армии крестоносцев. Давайте, друзья, посмотрим, что из этого получится. Офигеть, что вы серьезно? Ну, это капец, конечно, ребят, имбовая связочка. Да, теперь, ребят, будет, можно будет очень имбовые делать связки в игре. Но в этот раз он вроде должен победить. Давай, чувак, выиграй. Ну, вроде, ребят, вы видите, у него более-менее все получается. Вот я немножко не пойму, а когда эти черлидеры все умирают, они вот, вы видите, вроде уже все померли, он, типа, все равно продолжает так же, да, сражаться в этом торнадо? Или его, ребят, уже просто-напросто в торнадо закрутил? Или что вообще, ребят, происходит? Он, ребята, застрял, блин! А кто выжил? А кто выжил-то? В смысле? В смысле? А кто выжил? А кто, собственно... Что? А как это произошло? Ребята, кто выжил? Все должны были умереть. Это у нас, ребята, карта новая. Видите, в принципе, что-то здесь как-то все багуется. Ладно, давайте еще разочек сыграем. Так, ребят, теперь целых три Мэй Спиннера. О, это, ребят, сейчас топа будет тройной торнадо. Офигеть, все, ребята, начинается. Так, вижу пока что только одно торнадо. Оно, ребята, просто подлетело. Их там что, нет? А, их там, ребят, сразу двое, вы понимаете? Офигеть. Один упал, ребята, вниз, блин. Так, давай. Главное, чувак, не падай. И что же, ребята, будет? Победит он или нет? А их там, ребят, двое сразу в одном торнадо, ё-моё. Так, ага, ребят, все по сути. Один на один они остались, но... Еще, ребят, один. А где еще, ребята, выжившие? Потому что, вы видите, карта не заканчивается. А, вот, видимо, ребят, самый последний. Давай. Да что такое? У меня, ребят, вы понимаете, до серии с первого раза получилось так сделать, чтобы наш Мэй Спиннер победил. Как назло, ребят, на серии ничего никогда не получается. Ладно, давайте вот так вот просто мы, блин, сделаем. Просто, ребят, этих чирлидеров поставим просто миллион, блин, штук. О, ребят, тупо сейчас будет мясо какое-то. Так,
То есть вы видите, когда черлидеры наши заканчиваются, соответственно, ребята, наш мейспиннер перестает крутиться как торнадо. Воу, ребята, куда он там полетел? Я так понимаю, нужно на большую просто карту пойти. Вы видите, здесь всякие здесь мостики, водичка, водопады, яма, ребят, даже есть. И, в принципе, очень опасная такая вот карта, да. Можно свалиться или просто куда-то уплыть, умереть, упасть. Ну, вроде наш пока что мейспиннер, в принципе, ребят, неплохо так сражается, вы видите. Да, и справляется, ребят, с этой армией. Он просто как торнадо всех засасывает, и там, ребят, просто избивает. Кстати, насчет того, что там ХП как-то увеличивается. Да, ребят, в этот раз мы наконец-то победили. Ну, опять же, вот рандом в игре, вы сами знаете, огромный. Вы видите, ребят, то, что очень это мощная связочка. Я не знаю, кстати, ХП-шечка увеличивается или только увеличивается скорость атаки, урон там и так далее. Давайте мы, ребята, в этой серии посвятим чисто эту серию вот этим черлидерам, да. Естественно, они одни не могут воевать, они, ребят, как хилеры, то есть они никакого урона не наносят. Но, ребят, при этом можно делать любые связки. Давайте мы сейчас понапридумаем интересных связок. Например, вот есть, ребята, новый сенсей. Это, короче, мастер-ниндзя, который метает сюрикены сам по себе очень быстро. А с помощью, ребят, этих черлидеров это будет вообще очень-очень имбовая связочка. Так, друзья, давайте посмотрим, что из этого получится. Офигеть, вы посмотрите, ребят, сколько он просто этих сюрикенов выкидывает. Ё-моё. Давай-давай, чувак. Ну это, ребят, тупо имба. Мы сегодня, ребят, сейчас обычных лучников протестим, и Артемиса протестим, и всяких ледяных лучников и так далее. Прям реально интересно посмотреть, что из этого вообще получится. Но, ребят, этот ниндзя, смотрите, как он просто кидает сюрикен, ё-моё. Это очень, ребят, как-то прям угарно смотрится. У крестоносцев, я думаю, просто нету шансов на победу. Офигеть, да, ребят, вы видите. Все это, смотрите, как происходит без слоумо. Ну, ребят, вы это особо не увидели, потому что, в принципе, он всех убил. Это, конечно, было, ребят, очень прям круто. Давайте, друзья, теперь посмотрим, на что способна Артемис. Тоже в этой же, получается, связочке. Так, смотрите, ребят, как она теперь очень быстро стреляет. Она в воду упала. Блин, да. Да, ребят, вот есть небольшая, как бы, тут такая вот особенность на этой карте. Вот можно легко свалиться. При этом, ребят, вы видите, у Артемиса какой просто огромный урон. Она, ребят, даже стрелять не может нормально. Она, хотя нет, кстати, попадает, попадает. Офигеть. Ё-моё, ребят, ну опять же, у крестоносцев, я думаю, просто нету шансов даже, ребят, пробиться, да, сюда. Вы видите, просто, ребята, на всех, всех сейчас укокошит. Давай, 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 давай. Ну да, ребят, просто без шансов. Посмотрите, сколько стрел прилетает. Ну, ребята, в этой игре есть более имбовая связочка. Артемис, конечно, прикольная связка, но, ребят, вы видите, ее как-то сильно отбрасывает. То есть она стреляет, даже когда сама по себе немножко ее уже отбрасывает. А сейчас тем более. Вот этот чувак, который торнадо у нас создал, тоже очень мощный. Но, ребят, вы видели, рандом 50 на 50, так что не всегда он побеждает. Но если, ребят, реально очень какое-что имбовое, то что просто кого угодно победит. Воу, воу, ребята. Последний, кстати, у нас крестоносец остался. Так, ему что, везет? А, нет, походу он, ребят, не последний. Там, видимо, кто-то под трупами, ребят, валяется, да, в живых остался. Ну, короче, да, ребят, под трупами просто застрял, вы понимаете. Ну, ребята, еще более симбовая связочка, это у нас хвачка с этими черлидерами. Поехали, друзья, посмотрим. Но она, ребят, просто скоростью теперь света стреляет, просто, ребят, как какой-то огнемет, смотрите, просто залп за залпом. Я думаю, вряд ли у крестоносцев будут шансы, ребят, на победу или даже на выживание хотя бы. Воу, это, ребят, тупо, смотрите, поток стрел бесконечный практически. Офигеть, конечно. Да уж, сама по себе, ребят, хвачка очень мощное оружие, даже против толпы. А, ребят, теперь с этими черлидерами, это вообще просто имба какая-то невозможная. Ребят, смотрите, один у нас юнит, он идет, его просто, смотрите, офигеть, смело просто. Так, ребят, наши крестоносцы идут. Так, без слоумо это невозможно, ребят, просто смотреть. Лагает все, как-то все очень, ребят, быстро происходит. Возьмите, сколько стрел. Ребят, с каждым залпом все меньше и меньше FPS, потому что стрелы не успевают пропадать, и, в принципе, ребят, все меньше и меньше FPS. Смотрите, сколько стрел. Просто, ребят, наши крестоносцы как будто какие-то теперь ежики. Ну это, ребят, невозможно просто, вы видите. Невозможно здесь выжить, тем более победить. Просто, ребят, дождь из стрел, вы понимаете? Это, ребят, да тупо дождь из стрел, это невозможно. Торнадо, ребят, дождь из стрел, это просто жесть. Да, ребят. У нас есть, ребята, также еще какой-то прикольный Monkey King. Я вообще не знаю, кто это. Давайте сейчас мы его протестируем. Ребят, вообще не знаю, кто это. Но 2000 стоит. Он прыгает. И что он делает? А, он, ребят, размножается. Нифига себе. Ни хрена себе. Или он телепортируется. Нет, ребят, он, походу, размножается и очень быстро прыгает. Да, ребят. Нифига себе. Тупо мясо сейчас какое-то будет.
Ну вы на это посмотрите. Конечно, жесткий такой чувачок. Интересно, победит он, нет? Нет, походу, ребят, не хватает, не хватает. Хотя не, подождите, вроде он сражается так неплохо. О, ребят, бедные, блин, крестоносцы. Просто жесть какая-то творится. Один, смотрите, просто крестоносец не справился с таким потоком людей, да. И просто, ребят, свалился он, получается, в воду. Вот он, ребят. Даже их там несколько, ё-моё. Но это мертвые уже, все. Короче, ребят, они сейчас умрут. Их сейчас скинет, получается, вообще, смотрите, в этот водопад. Ну и все, они, ребят, просто улетели. Так, наш Monkey King. Хотя бы один остался? Нет, ребят, к сожалению, походу, никто. Да. Ну, короче, ребят, как-то вот так вот. Monkey King это не особо такой вот жесткий, конечно, перс. Вы видите, что-то вообще какой-то слабенький. Очень причем, ребят, слабенький. Я обещал обычных юнитов, да, протестировать. Но, ребят, давайте мы сначала обычных, точнее, лучников, юнитов. Теперь давайте мы сейчас, ребят, протестируем одного, получается, лучника, который стреляет фейерверками. Да, друзья, давайте посмотрим. Я думаю, он довольно-таки быстро будет стрелять. Буквально, ребят, один, вы понимаете, против армии. Конечно, я думаю, вряд ли он победит, хотя вы знаете, смотрите. Скорострельность просто у него, ребят, дичайшая. Офигеть. Конечно, не как у Артемис, но довольно-таки, ребят, серьезный такой вот. Да, он урон вносит. Нифига себе, конечно, друзья, что он просто творит. Офигеть. Главное, ребят, чтобы он сам по себе не умер, да. То есть вот эти вот, не забывайте, фейерверки взрываются. И они, ребята, могут убить его самого. Получается у него, ребят, вы видите. Только он там где-то застрял. Стреляет, ребят, стреляет. Плюс, если что, сейчас его вот эти чирлидеры прикроют, да. Офигеть. Это что за жесть? Взрыв, ребят, какой-то произошел. Офигеть. Так, ну и кто же победит? Мне, ребят, кажется, все-таки сейчас какой-то крестоносец как-то рандомно, наверное, залетит, ударит его. Хотя, по-моему, ребят, нет. Нет, нет, нет. Да, ребят, смотрите, он просто, конечно, им будет по жести. Но, ребят, эти черлидеры, это просто имбовая связочка, конечно. Вы видите, просто шансов ни у кого, ребята, нету. Да, он, ребят, сейчас просто на изи победит, вы видите. Это просто, ребят, без шансов. Хотя он и в черлидеров этих наших попадает. Так, подождите, а где он? Он умер, ребята, он умер. А нет, он не умер, он... Смотрите, где он? Он, ребята, застрял. Блин, немножко совсем не хватило. Осталось, ребята, три всего крестоносца. И смотрите, как они начали держать мечи. Как-то очень странно. Ну, по сути, ребят, практически мы победили. Если бы мы играли на другой карте, то, я думаю, мы бы, ребятам, точно победили. Потому что мы здесь просто застряли. Ну и, ребята, он сам себя подорвал, понятно. Короче, ребят, самый настоящий самурай. Давайте сейчас, знаете, о, кстати, копьеметатель. Ребят, копьеметатель тоже, не забывайте, у нас метает копья. Так. Интересно, ребят, с какой он скоростью их будет метать. Он упал, ну давай, чувак, что ты падаешь? Кидай, кидай. Ну, ребят, тут без шансов, да. Их слишком много. Окей, ребят, лучник теперь. Лучник, кстати, более дальнобойный, так что это будет тоже очень, ребята, интересно. Поехали. Ой, ребят, сейчас реально будет, походу, мясо. Смотрите, как он быстро стреляет. Так, по одному. Плюс, ребят, лучник, вы видите, очень быстро стреляет, да? И плюс он не может сам себя там как-то убить и так далее. Но крестоносцев слишком как-то много. Да, ребят, все равно они сейчас подойдут. Это напоминает мне сейчас какой-то Tower Defense, блин, да? Или какой-то зомби-апокалипсис, орды зомби, ребята. Че вообще за жесть, блин, происходит? Так, так, так. Ну, ребят, чем есть прикол? Наш лучник там в этих черлидерах где-то там спрятался. А, он, ребят, вообще за ними. То есть сейчас, пока наши черлидеры будут отвлекать крестоносцев, он их, ребята, одного за другим просто перестреливает. Но, ребят, опять же, если сейчас черлидеры закончатся, соответственно, сила у нашего лучника тоже закончится. О, ребят, смотрите, кстати, он какую имбовую такую вот стойку занял, да, позицию. А хотя нет, он сейчас, ребят, упадет. Нет, что ж ты делаешь, чувак, не падай. Убил всех? Ребят, где-то последний остался. Где? Вот здесь, ребят, где-то самый-самый последний у нас остался. Где он? Да, ребят, он победил, нифига себе. Только опять что-то с игрой и почему-то, ребят, не засчитала победу. Окей. Ну, ребят, по сути, вы видите, он всех победил, никто не дергается. Один застрял. Понятно, ребят, один застрял. Блин, один, ребят, смотрите, он просто застрял. У него меч, получается, под трупами застрял. Ну ладно, будем считать победой, потому что, ну, опять же, если была бы другая карта, мы бы спокойно победили. Так, ну кто у нас еще? Стонер, я, кстати, тоже, ребят, еще не тестил. Давайте посмотрим. Он, не забывайте, тоже очень мощный такой вот. Так, они успеют до него дойти? О! О, нифига себе! Ну, ребят, конечно, имбовая связочка, но чего-то не хватает. Ну и, по сути, все, друзья, на этом, да? Вот такая-то сегодня серия получилась. Последний, давайте, ледяной лучник.
Конечно, называть он тоже довольно-таки хороший, но я думаю, вряд ли он сможет, ребят, всех убить. Ну, сейчас посмотрим, вдруг у него, ребят, что-то получится. Плюс он замораживает, соответственно, друзья, это тоже довольно-таки прикольно все выглядит, вы видите. Ну, кстати, он очень быстро стреляет, он быстрее намного тех других лучников стреляет. Короче, да, друзья, такая у нас сегодня серия получилась. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем, друзья, пока-пока-пока.